На международном чемпионате мира по шахматам среди школьников 7-летняя казахстанка Малика Зиядин показала лучшие результаты. Завоевала сразу 2 титула чемпиона и чемпионки мира в возрастной категории до 7 лет. Она участвовала в состязаниях среди мальчиков и девочек. Такого случая ранее в истории казахстанских шахматистов не было. Самую молодую чемпионку мира сегодня поздравил президент. Глава государства направил Малике поздравительную телеграмму, в которой отметил, что это уникальное достижение в истории шахмат Казахстана и пожелал ей новых побед в будущем. С юной чемпионкой встретились и мои коллеги. Она поделилась с ними впечатлениями о поездке в Панаму. Хочу во всем мире стать чемпионкой. Так ответила Малика Зиядин сегодня журналистам на своей первой жизни пресс-конференции. Совсем недавно она вернулась из Панамы, где проходил международный чемпионат по шахматам. В турнире в ее возрастной категории участвовали 36 детей. Каждый из них сыграл по 9 партий. Малика набрала максимальное количество баллов – 9. Она легко обошла соперницу из Монголии и противника из США. Так казахстанка победила и девочек, и мальчиков и получила сразу 2 титула – чемпионки и чемпиона мира. Когда отдавали ребенка, мы о титулах не думали, честно говоря. Мы для общего развития, потому что мы знаем, что шахматы проявляют усидчивость, такие хорошие качества. И мы отдавали, когда на шахматы, думали только об этом. У меня мечта быть чемпионкой лучшей в Казахстане. Даже если у тебя нет ферзя на доске, не сдавай. Сдаваться не надо. Даже если соперник отдал ферзя, нужно подумать, нельзя спешить. Я сосредоточена на доске, я уверена, что я выиграю. И я сижу, думаю, и так я выиграю. Маленькая шахматистка с 4 лет обучается в Академии Жансаи Абдумалик. Ее тренер говорит, что Малика трудится совсем по-взрослому. Еще у нее в характере всегда побеждать. Это качество в ее характере дает ей ментально идти вперед и не бояться никаких преград. С самых малых лет, когда мы начали с ней общаться, быть победительницей везде и во всем у нее с самого начала было. Я и мы, тренера, дали возможность, чтобы вот этому качеству ее развиться. Теперь Малика готовится покорить новые вершины. Индира Оразалинова, Эдик Кон, Хабар 24, Алматы.